Это новое паучье чутье. Никак к нему не привыкну. А может, это осколок где-то рядом? Нет, я был неправ. Что ж, зато я его нашел. Паук, не исчезай. Ты еще кто такой? Бешеный апельсин? Зови меня Хобгоблин. Каждому человеку-пауку нужен такой спутник. Новость дня, Хобби, ты у меня не первый гоблин. Но у меня есть кое-что, чего не было у других гоблинов. Осколок? Да, и с его силой я этот мир на кусочки порву. Воу, начало такое. Просто экшен. Так. Удерживайте пробел для рывка. Схватить кубу гоблина. Окей, давайте проверим. Ускорение, толчок. Так. Воу, машина. Воу, еще одна машина. Откуда они берутся? Блин. Так, надо догнать этого хоббита. Воу. Немножко притормаживаем. Чтобы не впилиться. О, поезд! Отлично. Все равно снес железяки своей головой. Неплохо, но мои крылья из нановолокон не дают упасть. Нановолокна? Откуда они у тебя? Что, интересно? Иначе бы я не спрашивал. Так, сражайтесь. Да ну нафиг, сражаться уже. Так, что-то он подгружается и притормаживает немного. Воу. Эти мощные бомбы, уворачивайся от них. Окей. Будем уворачиваться. Так. А как мне его бить? Как этого хабубушку бить? Воу! Короче, понятно. Ловить, короче, его хлопушки и бить. Веселящие бомбочки, как они там называются. О! Ну-ка. Сейчас мы тебе нахлобучим. Ну-ка. Отлично, одну поймали. Не такой уж ты и сложный, как кажешься на первый взгляд. Гоблин. Ну-ка. Оу, а так не срабатывает, да? Понятно. Ждем бомбы. Отлично, оу. Так, косяк. Отлично. И жизни у него так быстро, значительно быстро кончаются. Воу, что-то новенькое. Он заморгал, надо Q нажать. На тебе, целую землю. Я разрешаю. Я бы остался с тобой поиграть, но надо торопиться, разрушать города и убивать людей. Никогда мне не стать сверхзлодеем, не умею смеяться над собственными шутками. Так, блин, столько всего здесь в этом будущем летает, что-то взрывается все. Я так понимаю, нам надо на паутине лететь в ту сторону, куда улетел хоббит. Так. Как сосиска, короче, болтается этот паук на своей паутине. Воу. Так. Вот сюда.
Вон, я вижу этого крылатого. А помимо него еще здесь и какие-то солдаты. Давайте с ними разберемся. Отлично. Проще пари на репы. Слоумо, отлично. Что, подмога? Ну давайте, подходите по одному за пиндюлями. У меня их много, на всех хватит. Так. Есть. О, чувачки с электрическими палками. Оп. А если так? О, сзади подкрался. Сзади это против правил, слышь. Отлично. Крутотенечка. Что в этих штуках есть? Что-нибудь интересное, полезное? Не, думаю, нет. Думаю, нет. Так, берем инсенции. Кстати, у нас инсенции накопилось 62 тысячи. Воу. Воу-воу-воу. Включаем систему матрицы. Аларм, аларм. Так, лови. Отлично. Подобрались к нему. Замедленная съемка, вот это слоумо, тоже прикольно сделано, красиво. Красиво. О, еще. Ну-ка. На вас у меня тоже пару приемчиков припасено. Отлично. О, эссенция. Ну что? Двигаемся дальше. О! Машины. А если так? Отлично. Так, главное, чтобы нас летающие тачки не сбили. Так, бойня в воздухе. Зрелищно, зрелищно сделано. Правда, столько всего летает и непонятно, что где. Окей. Поболтаемся с сосиской. Ах ты черт. Получи, урод. О, какие-то ракеты. Но он слишком быстрый. О, ускоренное восприятие. Включает ускоренное восприятие. Логично. Ускоренное восприятие включает ускоренное восприятие. Это позволяет следить за быстрым перемещением противника, а также уворачиваться от ракет, опережать врагов в бою. Индикатор ускоренного восприятия со временем заполняется. Чтобы выйти из этого режима, нажмите Q, что ли? Это пленный, бросай его! Не, Q не получается. А на какую тогда кнопку? Сейчас, погодите. Разберусь. О, на F. На F. Отлично. О, да мы теперь точно как матрицы. С замедленным действием. Система слоумо отлично работает. О, ты еще живой. Еще живой. Живучий, падла. Так. Что делать? О, хоб-гоблин прилетел. Давай-ка я тебя сейчас твоими же хлопушками снова нахлобучу. Как тебе? Как тебе такой расклад? О, подмога прилетела. Прибежала. Ладно. На вас у меня тоже силушки хватит. О! Это было неожиданно. Так, отлично. У нас работает замедленное действие. Взлет. И падение. Ну давай, кидай. Я готов. Поиграем в лови поймай. Есть. Все? Допрыгался. Берегись!
нашел. Не мне судить, кто нормальный, кто нет, но этот тип реальный псих. Это что? Это типа лифт? Окей. Так. Короче, это он. Короче, у нас вся миссия, я так полагаю. Вон он. Я не могу его замедлить. Вся... Ползает, как насекомое. Вся миссия, короче, заключается в преследовании гоблина. Можно я его буду называть Хуба-Буба? Прям так и вырывается. Окей. Давай, я лечу к тебе. Смотался, засранец. Оп. Мои могучие захваты. Так, инсенция. О, еще подмога пришла. Че это, с самонаводящими ракетами, что ли? Все. Ты не тот гоблин, с которым я раньше сражался. Кто ты такой? Откуда взялся? Еще не время, Паул. Зачем все портить? О-о-о-о, под загрузочки эти. Снова полет. Снова у нас полеты на виражах. О, во что-то я врезался. Так. О, да ладно. Я еще так могу. На тебе, по хребтине. Так, подлетаем еще раз. Давайте еще раз попробуем схватить его. Отлично. Ну-ка. Ау. О, поезд. Я снес головой поезд. Так, ты от меня не избавишься, пока крылья... А, про крылья забыл? Крылья из нановолокон. Ты их не сам отрастил. Кто-то тебе помог. Ты наблюдатель. Еще патрули. Наши полеты привлекают внимание. А, только мы вошли во вкус. Вернемся к этому разговору позже. Разрешаю применить боевое оружие. Оно по мелочам не разменивается, как и я. О, какие-то красные были. Так, говорит, разрешаю использовать боевое оружие. А раньше вы не использовали его, да? Так. У нас есть замедленная съемка. Или как это назвать? Слоумо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Нет-нет-нет-нет-нет! Ай-яй-яй-яй! Да ладно, я еще и схватил эту бомбу гоблина. Да умри. Так, эссенция. Отлично. Гоблин там со своими бомбочками, куколками мешает. Ну-ка. Отлично, пока он там вкушает вкус своих бомб. Yes. Портишь мне все удовольствие. Кто-то должен был это сделать. Так, ребят, давайте, я думаю, зайдем в улучшение. Вот. Давайте зайдем в улучшение и посмотрим, что мы можем вообще прокачать. У нас 68 тысяч с половиной.
Так. Плюс один к ускоренному восприятию. Окей. Плюс один к здоровью. Окей. Плюс один к накоплению ярости. Окей. Из-за этого, кстати, паука мы еще не играли. Так. А, накопление эссенции тоже, да, возьмем. Так, здесь все. Здесь все. У нас 46 тысяч очков. Восстановление. Если Человека-паука отбросили назад, он может вернуться в бой до того, как коснется земли. Окей. Птицеед. Мощная воздушная атака, которая на короткое время выключает врагов из боя. Окей. Мощный удар паутины. Разогнавшись после удара паутины, Человек-паук наносит мощный удар. Все равно нам все покупать, я думаю, да? Будем по порядочку. Человек-паук подлетает в воздух после попадания в цель. Это помогает связать несколько ударов паутиной. Так. О, пошли, дорогие. Суперскорость. Это усовершенствованная версия атаки паука. Позволяет объединить в комбо прием до 4 ударов. Окей. Разоружение. Разоружаете врагов при помощи паутины. Только в мирах великолепного Человека-паука, современного Человека-паука и Человека-паука 2099. Резкое нажатие. Да, как раз в этом мире. Отлично. Подбросив врагов в воздух, Человек-паук может схватить их и силой ударить о землю. Воздушный захват. В воздухе рядом с воздушной целью. А, все. Все. Понятно. Окей. Продолжим. Продолжим. Веселье. Погнали. С прокачанным паучком нашим. Давайте. Нападайте. Стою и не двигаюсь, как вы и просили. Отлично. Присобачили. Вон еще. О, можно вот так, да? Крутяк. О, блин. Не заметил. Отлично. Фантастик. Фантастик. Встретимся наверху? Говорят, оттуда просто убой и убийственный вид. Если не появлюсь через 5 минут, можешь прибить себя сам. Прибить себя сам. Я посмотрел на это. Окей, погнали. Не обижайся, но чем дольше, тем меньше ты мне нравишься. Но ты еще многого обо мне не знаешь. Как насчет пси-способностей? Аж такие штуки у него есть. Неплохо, а? А что будет, если я добавлю к этому силу осколка? О, началось. Что? Что происходит? О, мне нравится. Нет, не может быть. Добро пожаловать, Человек-паук. Надеюсь, ты выживешь в моей реальности. Бей этих существ как можно скорее. Так, существ... Оу, оу. А как? Побеждено горгулей. Одна, две. А, все что ли? А дальше что? Дальше по той же схеме, как... Оу! Как обычно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Опа. О, слушайте, значительно быстро у него жизни кончаются. О! Почему-то я застрял.
Угу. Ну-ка. Так. Снова дождь из гранат. Давай-ка. Оп. Мы уже больше половины ему снесли. О, он сел на место. Что, он будет регенерироваться, что ли? Или нет? Ух ты, нифига, сколько горгулей. Так, окей. Мочим, парень. Так, 5 штук уже есть. А что ты встал-то? Ничего не делаешь. А, что происходит-то? Десять. Я и думаю, что такое. Смотрите, он срегенерировал вроде, да? У него жизни больше стало. Окей. Ну, я думаю, это ненадолго. Наши мощные паучьи удары. Его сейчас... Но он опять сел. Засранец такой. Окей. Ну ладно, может мы выполним задание по уничтожению горгулей. Так, где еще? Так. Отлично. Еще одна. Есть. Есть. Выполнили задание. Ну-ка, давай-ка. Хабубушка. Да снова он свой дождь из гранат пускает. Сколько можно? Ты все равно меня не победишь. Давай-ка. Оп. Есть. Оу. Еще, наверное, разочек его подрубить. Отлично. И пару ударов. Даже одного хватит. Фу, есть. Прокатимся. Ну, давай. О, чё? Воу-воу-воу-воу. Короче, как по стандарту. На. По стандарту бьем по морде. Хвастайся своими крыльями. Посмотрим, как ты приземлишься без них. Получилось, паук. Самый удачный момент. Да уж, Сеть. Давай посмотрим повнимательнее. Нановолокна встроены биорганические схемы. Только одна компания в мире владеет такими технологиями. Алкамакс. Ну что ж, дорогие друзья. Очередная миссия пройдена. Очередной злодей побежден. Вот, на нашем счету уже 3 злодея. И найдено... Сколько? 3 осколка, да, получается? Вот. И на этом я буду заканчивать. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.